Продолжаю ежедневные короткие выпуски моего видеодневничка. Рубрика «Камчатка. День за днем». В этой рубрике я рассказываю, как в разные годы века минувшего жила Камчатка в этот самый день. Сегодня мы читаем выходящую до сих пор на острове Беринга Алеутскую звезду. Номер газеты за 41 год, 15 день января 1941 года. Заметка Овсянниковой, лыжное соревнование учащихся. Госпожа Овсянникова пишет. 9 января рано утром с веселым шумом и восторгом дети собрались около клуба. Каждый из них проверил скольжение лыж, прочность креплений, удобство обуви и легкость одежды. Все они горят с желанием занять первое место. Ровно в 9 часов участники были на лыжах в строю друг за другом и двинулись к месту соревнования, где встретил их главный судья, товарищ Расламбеков, объяснив дистанцию, познакомив с программой соревнования и задачами последних. В 9 часов 30 минут была дана команда на старт. Ребята быстро строились один за другим. Первым со старта пошел комсомолец Пахомов Павел, вторым Березин Костя, Корсаковская Ганя и т.д. Ребята внимательно следили друг за другом, каждый отдавал последние силы. Борьба разгоралась за первое место, а главным образом между Пахомовым, Березиным и Корсаковским. Первым подходит к финишу комсорг товарищ Березин Костя. «Впервые в районе проводятся детские лыжные соревнования», – пишет Алеутская звезда. «Всего принимало участие в соревнованиях 17 человек, из них 4 девочки. Сдали нормы на ГТО первой ступени по новому комплексу, трое на отлично. Первое место занял Березин Костя со временем 16 минут 2 секунды. Второе место победили Пахомов Павел и Корсаковский Гавриил со временем 17 минут 4 секунды. Сдали нормы на значок БГТО. Шадров Аполлинарий – первое место, отлично. Яковлев Василий – второе место. Бадаев Сергей, Корсаковский Иларий, Степнов Иларий, Степнов Май, Корсаковский Владимир, Ладыгина Вера, Хабарова Мария. «Ребята», – обращается к читателям Овсянникова, – «советский школьник должен быть всесторонне развитым, физически здоровым, закаленным, жизнерадостным, смелым и находчивым в будущих боях с врагами Родины. Физкультура – залог здоровья». Это была рубрика «Камчатка. День за днем». 15-й день января. Мы читали Алеутскую звезду 41-го года века минувшего.